Ай-яй-яй, не впервой случай вот такой, когда автору всего видеоролика вот, попросту останавливают запись. Что ж, и так бывает. И тогда положение ваш покорный слуга слегка исправляет. Пусть это будет уже третья часть. Это была уже вторая, третья. Постараемся, как говорится, чтобы не занимал много времени видеоролик. Ну, вероятно, ранее 15 августа 15 дня вряд ли будут выводиться эти видеоролики, эти в свет. Потому что отсчетный период вот заканчивается, и переборщение может получиться. Да, используем данных. Так, что же теперь? О, снова та самая ручечка, которая весьма удобна. Но кто этого не знает, для всяких сообщений. Получим. Вот, в новое действие, что называется. И здесь пока на чем мы остановились. Значит, стержень. Значит, тут быстро стержной стержень. На одно и то же самое это гантели. Именно. С теми же самыми, да, грузовыми стаканами, разумеется. Да, которые можно качать куда только, куда угодно. Хоть в гири, хоть в этот гантель. Вот. И вот. Не столь быстростяжной стержень. Вот даже вид в каком-то смысле так кажется, что не очень-то закончен. Но и так можно. Вполне. Значит, что же? Вот. Эта самая гайка. Вот. Вот с таким, не первый раз тоже показываю, ключом. Пропилен шестигранник где? Вот в этой самой гайке. Внутренний шестигранник в этой самой гайке. От грифа гантели Вейдеркетлер. И вот, вполне, можно в таком виде использовать. Ну, разумеется же, зуб, чем вот такой ключ. Такой ключ. А то еще даже такой. Мало ли что имеется у автора всего видеоролика. Ни к чему ключи такие применять в данных случаях. Все же это более фотогеничный, ключ более симпатичный. И вполне реально его применять. Хотя, можно же и цельный такой ключ сделать. Сварка? А, нежелательно. Это именно сталь с чугуном. Другие варианты, возможно, там скрепить. Как угодно. А, что касается резьбы. Секунду. Вот, на кране виден люктейт. То есть вполне можно резьбу, если требуется, на жесткий вариант, зафиксировать намертво. Даже люктейтом, если требуется. И всевозможные виды стопорений применить, кроме всего прочего. Это, если потребуется. Да, так вот здесь же и будет, да, автор пытался даже применить люктейт. Ну, обошлось. Тут жестко заделан стержень. Тут там же стержень что? Именно на резьбе. Что называется, ходовой. А здесь жестко закрепленный. Ну да. Тут не столь быстростяжной стержень. Если требуется, можно сделать вот так вот, продолжить это. И это не утопить в необходимый потай. А скрепить с этим элементом. Другие всякие варианты возможны, но не будем их оговаривать. Да вот еще в ряд, вот еще один, например, стержень, один из запасников, чтобы он услуги. Вот такая конструкция. И вот тоже ключик. Тоже гораздо более, чем эти ключи, фотогеничный и симпатичный. Вот в эти самые ушки. Если требуется. И так возможно. И все это в потай. Если требуется. Даже можно
Вот, коль есть желание. Вот. И вот такую западлицо все сделать. Да. А ключ вот такой, как только что показано. Вот. И соответствующие именно выемки в версии входят. Все возможные варианты. Вот. Все, многие варианты. И такие хороши, выбирая на вкус. Да, все работы хороши, выбирая на вкус. Почти по Маяковскому. Так. Вот. Что же еще? Главная суть вот этих видеороликов из трех частей, что мы с вами, господа товарищи, именно. Вот.